мы принимаем участие в церемонии открытия и закрытия Всероссийского молодежного форума «Экосистема. Заповедный край». Очень рада, что представилась такая возможность участия в таком масштабном мероприятии. Мы готовим хореографический номер в эпизоде открытия с названием «Человек, земля, воздух». Мы танцуем о том, что все мы с вами частица нашей планеты, и человек должен быть прекрасной во всех смыслах этого слова частицей природы. Я думаю, что участники ансамбля не только примут участие в форуме, но и напитаются атмосферой идей бережного отношения к нашей уникальной природе.